Baş bayginin aldığımız baygın o benim kudayım olmasın. Девятого ноября в Кыргызской национальной филармонии имени Токтукула Сатылганова состоялось республиканское выступление поэтов к 95-летию поэта-импровизатора, коммузиста, музыканта Токтусуна Тыныбекова. Организаторами Айтыша выступили Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, Кыргызский национальный театр «Манас», Республиканский общественный фонд «Айтыш» и Общественный фонд имени Токтусуна Тыныбекова. Призовой фонд Айтыша составил 1 миллион сом. 70% из них было профинансировано спонсорами и общественным фондом Токтусуна Тыныбекова. Остальные средства выделил наш Кыргызский национальный театр «Манас». Вклад Токтусуна Тыныбекова в традиционную кыргызскую музыку неоценим. Его профессиональный путь является образцом для подражания и уроком для представителей культуры. Тыныбеков был не только блестящим талантом в поэзии, но и разносторонней личностью, одинаково занимавшимся различными искусствами. Токтусун Тыныбеков был поистине многогранной личностью. Умел играть на струнном свечковом инструменте калкаяк. На нем он создавал такие мелодии, которые могли задеть душу. А как он умел играть на коумузе? Его игру невозможно повторить. Его профессионализму хотели научиться многие. Народный артист Кыргызской республики Кумыр Абылов отметил, что республиканский Айтыш прошел на высоком уровне. Айтыш прошел на высоком уровне. Я смог увидеть новые таланты в искусстве, сказания акынов. Мы становимся свидетелями, когда молодых акынов поддерживают, а они тем самым оттачивают свои навыки и выводят искусство на совершенно новый уровень. Биздин акындар ушу көп айтыш канча көп болсо ошончо өсөт деген ойдомун. В республиканском импровизированном состязании акынов призовой фонд составил 1 миллион сом. Первое место занял Баян Акматов, второе место – Асылбек Маратов, третье место – Сапарбек Зулпуев. Кроме того, всем участникам были вручены денежные премии в размере 15 тысяч сомов и нагрудный знак имени Токтусуна Тыныбекова. Салима Дюшимбекова, Сембек Усюнов, СТВ.